В окружном центре сегодня пройдет литературный вечер-концерт, посвященный столетию со дня рождения Даниила Гранина. Писатель-фронтовик и блокадник хорошо известен югорчанам. Еще с 1990-х в округе проводили творческие встречи и викторины по произведениям Гранина. В концерте примут участие дочь писателя, его друзья-поэты и редакторы-издатели. Литературный вечер проводится в рамках проекта «Югорские грани Гранина. Почитание таланта» и продолжает комплекс мероприятий по реализации указа президента России о праздновании юбилея Даниила Гранина.